Всем привет, ребята! Всем привет! Вы на канале Устин ТВ. А мы с Устином где? Крокодиловая ферма. Все верно, в крокодиловой ферме. Сейчас зайдем с ним, смотреть будем крокодилы. Пошли, Устин! Мы поднимаемся по ступенькам с Устином. Когда ступеньки все зеленые, будто мы в болоте. А вон и крокодилы, смотри. Устин, здорово, крокодилы. Они такие плоские, будто не живые. Да, Устин? Да, они там отдыхают. Эй, крокодилы, хватит спать. Устин пришел на вас смотреть. Ага, в угол забился крокодильчик. Тоже, наверное, сильно-сильно устал. Пойдем, Устин, дальше с тобой рассматривать крокодилов. А вот крокодил кайман. Какой маленький, смотри, Устин, он там в углу сидит в этом бассейне таком. И вон там, да. Вот это, да, вон смотри, рядом малыш лежит. С папой, да. Сидит. Опа, вот малыш такой тоже сидит рядышком. Будто не настоящие, да, Устина, игрушечные. Шевелился. Ага, о, да. Шевелился. Какую-то, наверное, добычу увидел, как ты думаешь, Устин? Да? Пошли дальше с тобой смотреть. Ну что, о, смотри-ка, змея здесь ожидает нас. Так, она называется, как она называется у нас? Майсовый полос. Кому интересно не почитать, ставьте паузу и читайте. Пойдем. А вон какой здоровяк, смотри, Устин. Что такое? О, зайцы там. Сейчас мы к зайцам подойдем. Это здоровенный, как это, как тигриные когти, да, в черепашках-ниндзя? Ага. Аж даже стоя на мосту страшно. Ой, не выдумывай, страшно тебе тоже. Ну, значит, ты бесстрашный. А, ты черепашка-ниндзя, я забыл. А кожеголовый твой друг, да, Устин? Поэтому тебе и не страшно. Ой, смотри, какая змея. А вот заяц, ладно, потом змеи посмотрим. Ой, ежик, смотри. Эй. Сейчас к зайцу подойдем. Смотри, Устин. Устин, смотри. Эй, ежик. Да, и сегодня, когда тебе делаю, смотри, ложу крокодильчика. Дядя крокодила взял в руки. Присаживайся вниз, на меня смотрим, улыбаемся. Отойди в сторонку. Сейчас девочку фотографировать будет с этим, с крокодилом. И зайчик. Ага. На меня смотрим. Отлично. Такая девочка бесстрашная. Все, в течение 10 минут вам вынесут фотографии. Посмотрите, выберите, понравится, что-то возьмете. Так, отлично. Другой рукой придерживай хвост. Особо. А он заяц кушает уже один. Вон еще спрятанный. Ага. Сейчас давай на этого посмотрим. Он морковку, посмотри, все обе щеки уплетает. О, это же этот Устин. Усаки Димба. Устин, потрогай ручкой. А панцирь потрогай. Это черепашка-ниндзя и Усаки Димба. Это кто у нас, Рафаэль? Или Лео. Кто? Лео? Посмотрите, какая голова. Ага, это у нас морские свинки. Там такой маленький. Ой, там какие-то. А, маленький смешной такой, да? Ага, там вообще малыши.
Устин, смотри, как морковку кушает. Как морковку кушает, смотри, малыш подбежал к нему. Видишь? Вот такие вот свинки морские смешные. Спит? А тут кто у нас? А где тут? Ого, еще один здоровенный кожеголовый. Тут вся команда черепашек ниндзя собралась, да, Устин? И кожеголовый. И Усаки, и Дзимба. И... О, смотри, кто выбежал. О, шкет малыш. Почему так быстро бегает Кристина? Ой, боится. Ну, конечно, боится тебя. Ты же здоровая. Соломку кушает. Вот смотри, даже черепашка задвигалась. Что-то кушает там. Посмотри. Да. Привет, Раф. Это Лео. Лео, привет, Лео. А что он молчит? Он, наверное, мутаген еще не выпил. Да, он просто поднял на него боится. Пошли туда посмотрим, да. Устин. О, смотри, открыл пасть, как Устин. Ого, кожеголовый проснулся. Он, наверное, услышал, что его здесь друг Лео находится и решил его увидеть. Как ты думаешь, Устин? Ну да. Такой вот здоровый крокодил. Так, что там у нас? Игуана. Смотри, игуана. Стоит, не шевелится. А вон карпский варан. Спит. Тоже под лампой греется. Тут у нас кто? Тигровый питон. Вон он. Где он? А, вон он. Под таким стульчиком спрятался. А здесь у нас белка. Только она спит уже, наверное. Вон там ее хвостик немножко рыжий виден. Эй, белка, просыпайся. Не слышит. А кролики решили перекусить. Ужин у них. Двух белых и одного серого кролика. А это у нас эоблефар какой-то. Ящерица такая смешная. А это у нас агама. Спит. На этом наш поход в крокодиловую ферму подошел к концу. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. И там еще крокодил. Да-да-да. Всем пока-пока. Привет, крокодил. Всем пока-пока.